Село Канаши в Курганской области издавна славилось умельцами ковроткацкого дела. Отсюда и распространился этот промысел по всему Уралу. Красивые ковры ткут сегодня в Канашах. За последние 3 десятилетия фабрика стала выпускать их в 20 с лишним раз больше. Канашинские мастера ткут ковры, которые не однажды получали награды на международных выставках в Осаке и Дамаске, в Лейпциге и Монреале.